Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Владислав Храмцов с детства занимался боксом и борьбой, стал мастером спорта. Погиб в 2004 году, выполняя боевую задачу в Чеченской республике. С 2007 года в Тюмени проводится турнир по рукопашному бою его памяти, который вырос из статуса областных соревнований до Кубка Вооруженных сил России. Все на высшем уровне на самом деле. И руководство поддерживает, и города, и с кем вместе ребята служили. Очень много друзей, гостей. У нас просто здесь, кроме того, что вот этот турнир проводится, мы все вместе собираемся. Бывает, вот год мы не видимся, и вот через год мы собираемся здесь. Мы вчера готовились уже с сентября месяца. Нам дали поручение, что будет домашний турнир «Храмцов». Для нас это большая честь выступить на нем. В этом году в командном зачете победила сборная «Твику». Далее расположились курсанты Омского автобронетанкового инженерного института и рукопашники из Костромы.